Всем привет! Сегодня я вам расскажу о мини-кабриолете CityJet. Студенты технического училища чешской автомобильной компании Skoda представили миру свою новую разработку – мини-кабриолет CityJet. Руководил проектом Йозеф Кабан, который является главным дизайнером модели, созданной на базе городского хэтчбека. При поддержке специалистов Skoda студенты создали маленький родстер, который воплотил в себе широкий полет дизайнерской мысли и свободу самовыражения. В общих чертах автомобиля просматривается спортивный стиль, а дизайн кузова выполнен в белых и синих тонах. Результатом свободного полета мыслей явился оригинальный CityGo, которого лишили крыши и задних сидений, оборудовали задним спойлером внушительного размера, который, кстати, выполнен вручную, а днище оснастили светодиодной подсветкой. Экстерьер CityJet украшают колеса в 16 дюймов, а в интерьере отлично вписалось обшитое кожей рулевое колесо с тремя спицами и 300-ваттная аудиосистема. Подсветка салона эстетично подмигивает в такт музыке, а цветовое решение интерьера, для которого использовано три цвета – белый, синий, красный – смотрится приятно и гармонично. Консоль, расположенная по центру, выкрашена в красный и белый цвета. Двигатель автомобиля мечты, так его называют студенты, которые коллективно трудились над его созданием, обладает 74 лошадиными силами и рассчитан на 1 литр бензина. Силовой агрегат этого автомобиля остался практически без изменения. Его нельзя назвать скоростным. Скорее всего, наоборот, он обладает завидным спокойствием. До 100 км в час он разгоняется за 13,9 секунд, а максимальную скорость, которую можно развить, не превышает 170 км в час. Длина от бампера до бампера 3563 мм, длина базы 2420 мм, а ширина машины без зеркал 1641 мм и высота 1478 мм. По словам руководителя проекта, малейшая деталь обсуждалась с участием каждого из 16 членов студенческой команды творцов уникального Skoda CityJet. Поэтому работу с полным правом можно назвать плодом настоящего коллективного труда. Учебный проект данного формата компании Skoda реализует впервые, и, как отметил Дан Войнара, который входит в совет директоров, все были поражены той увлеченностью и максимальной отдачей как творческого, так и физического потенциала, которые наблюдались у студентов во время работы над этим научным проектом. Все, кто причастен к созданию оригинального эксклюзивного автомобиля CityJet, считают, что это очень смелая и эмоциональная модель, которая соберет немало восхищенных взглядов. На создание концептуального автомобиля ушло полгода. В данное время новостей о том, когда начнется серийное производство, самого маленького родстера нет. Следовательно, неизвестна его предполагаемая цена и время, когда мини-кабриолет появится в продаже. На сегодня все. Всем спасибо за просмотр. В предыдущем видео я рассказывал о водородном Hyundai. Ссылочку оставлю в описании. Не забывайте ставить лайки. Всем удачи и пока.